Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Спортивні досягнення наших чемпіонів залежать від фізичної, моральної, духовної підготовки людей і також від реабілітації після змагань. Отож, про неї будемо говорити з гостею, яка вже є у нашій студії. Отож, зустрічаєте Лідія Дукач, директорка комунального підприємства «Дніпропетровський центр спортивної медицини», кандидатка медичних наук, доцентка. Отож, пані Лідія, справді спортсмени зараз відбувають ось саме такий час, коли деякі змагання завершились і є час для реабілітації, а деякі спортсмени активно готуються. Тобто такий постійний перебіг їхніх подій, які є у їхньому спортивному житті. Так? Отож, зараз хотілося б поговорити про те, як відбувається реабілітація. Наскільки вона важливою є у житті кожного спортсмена? Действительно, если посмотреть на спортивную жизнь любого спортсмена, особенно в элитном спорте, то мы видим, что они практически круглый год принимают участие в каких-то больших соревнованиях. За исключением, конечно, последних 2 лет, когда пандемия... Трошки збила ритм звичний. Да, збила всі плани і навіть збила проведення Олімпійських ігр. Но ми тепер готуємося к следующим Олімпійським іграм. Через 3 роки Олімпійські ігри в Парижі, который, срок підготовки которым сокращен на 1 год, і це дуже важливо. Но в течение года спортсмен не может быть постоянно в большой физической форме. Поэтому ему нужен период отдыха. И вот такой период отдыха обычно наступает в декабре месяце, когда основные соревнования уже произошли, и следующие соревнования будут уже в начале февраля, в конце января следующего года. И вот эти 2 месяца есть и у тренера, и у врача, и у психолога для того, чтобы полностью восстановить этого спортсмена к следующему сезону. Угу. Бачите, як добре. Є комплекс, яким повинен займатися кожен спортсмен, так, і, звичайно, його тренер розуміє, що лише фізично відновитись спортсмен не може. Треба зробити повністю усю програму для того, щоб спортсмен відновив усі сили, відновив увесь організм, щоб були можливості для подальших таких значних виступів, щоб він міг зробити старт, гідний старт, обов'язково дійти до медалей. От саме цим займаються і наші спортсмени, і тренери, і взагалі уся реабілітаційна група, яка опікується зараз великим спортом. Так? Пані Лідія, ми запропонуємо вам чай, будь ласка, пригощайтесь. Дякую. Так, і скажіть, будь ласка, з приводу таких великих ігор, так, великого спорту, спортсмен і дійсно має такі перенавантаження. Наскільки це необхідно йому? Наскільки одразу треба, чи може через деякий час зробити усі необхідні процедури? Это очень большая нагрузка проведения участия в больших соревнованиях. После Олимпийских игр вот, в основном спортсмены восстанавливаются приблизительно около 3 месяцев. Они даже пропускают некоторые чемпионаты мира, чемпионаты Европы, которые есть сразу после Олимпийских игр, потому что это невозможно заставить организм все время быть на пике формы. И вот этот период, когда соревнований нету, называется базовым периодом подготовки. Не тренироваться нельзя. Если спортсмен 2 недели не тренируется, он теряет спортивную форму вообще, нужно начинать все сначала. Поэтому нагрузки снижаются, и идет та череда нагрузок, которая готовит организм к длительным выступлениям и к длительным физическим нагрузкам. Это называется период базовой подготовки. И вот в этот период, когда накачивается сила или накачивается выносливость, то те качества организма, которые необходимы в каждом виде спорта. Для этого есть целая команда, которая в это время должна работать со спортсменом. Тренер, который строит план нагрузок. Врач, который наблюдает за тем, как организм их переносит и добавляет свои составляющие для того, чтобы организм восстанавливался и накапливал те свойства, которые необходимы. А это правильное питание спортсмена, правильная фармакологическая подготовка, потому что спортсмену, как и космонавту, как и подводнику, необходимы иногда даже лекарственные препараты, чтобы восстановиться после тяжелых физических нагрузок. Не говоря уже об общепринятых, таких как витамины, таких как пищевые добавки спортивные. И, конечно же, здесь должны работать и физиотерапевт, и массажист, и тот, кто будет проводить растяжку со спортсменом, проводить некоторые физические процедуры, посещение сауны, посещение джакузи, посещение определенных водных процедур. И, конечно же, большая роль отводится психологу. Потому что последние 2 года, когда наступили карантины, спортсмены тщательно готовились к Олимпийским играм, они не случились, то случились очень многие
моральные провалы у спортсменов. Вот у нас, важко буде відновитися, так? Да, очень цього. Многие спортсмены, которые готовились к Олимпиаде в Токио в 2020 году, а ее перенесли на 2021 год, плохо выступили в 2021 году. И все отмечали, что они перегорели как будто бы. Угу. Вот у них была такая большая моральная нагрузка, они готовились к 2020 году, оно не получилось, и было жестокое разочарование. Кроме того, сами игры проводились без зрителей. Это очень важная составляющая любого настроения, любого человека. А как же, звичайно, да. Поддержка. И вот когда этого не случилось, то вплоть до депрессии у некоторых спортсменов случилось. Угу. Вы знаете, что многие страны выступили не совсем удачно, которые традиционно хорошо выступали на Олимпийских играх, в том числе и Украина. И совсем неожиданные виды спорта у нас оказались золотоносными, и совсем не те виды спорта, на которые мы рассчитывали. Поэтому вот сейчас, когда мы уже подходим к сокращенному периоду подготовки к следующим Олимпийским играм. Мы это все учитываем. Угу. И вот сейчас очень ответственный период. Дуже важливий час, так, оцей саме грудень, саме той місяць, коли ми можемо зробити вже висновки і розробити той план, який допоможе спортсменові отримати найкращі результати. Ось ви говорили про харчування, так, і про ті добавки, які повинні бути у спортсменів. Зараз дуже багато на прилавках ми бачимо різних там протеїнових препаратів, те, що нібито повинно бути у раціоні спортсмена, але аж ніяк не у тих людей, які просто займаються спортом для себе на кожен день. Скажіть, будь ласка, чи є різниця і як саме їх приймати, аби люди, які дивляться нас зараз, змогли для себе зробити висновки? Потрібно їм це чи ні? Ну, для обычных людей, которые ходят в фітнес-центр или займаються фізичними нагрузками регулярно 2-3 рази в неділю, їм достатньо хорошого, збалансованого, естественного питання. А спорт, большой спорт, особенно элитный спорт, это профессиональные занятия. Спортсмены большого спорта тратят на свою тренировку двухразовую, ежедневную, очень много калорий. Представляете себе, что пловец проплывает каждый день 12 километров. Он не проходит, не пробегает, а проплывает. И у него есть только один день в неделю выходной, когда он этого не делает. Конечно, ему кроме обычного питания нужно еще то питание, которое быстро восстановит силы после каждой тренировки. Поэтому в зависимости от того, какие качества организма развиваются, выносливость или же сила, мы даем те или иные пищевые добавки сразу же или перед тренировкой, или во время тренировки, и сразу же после окончания тренировки. Угу. Это большая наука, это большое искусство. Пищевых добавок море, выделить каждому организму то, что ему необходимо, это очень важно. Потому что, например, я недавно консультировала ребят, которые готовятся у нас в определенном виде спорта к Олимпиаде за рубежом, то оказалось, что у одной девочки есть врожденная непереносимость лактозы. И поэтому ей пищевой белок, который, в составе которого есть сывороточный белок или молочный белок, нельзя употреблять. Бачите, наскільки це важливо. Це треба здати, мабуть, усі необхідні аналізи, для того, щоб розібратися, що саме відбувається з вашим організмом і чого не вистачає на сьогодні, на зараз, так, аби поповнити. Причому це вияснили, коли їй вже 25 років, розумієте? Так, ну буває і таке, і добре, що з'ясували, інакше були б, можливо, проблеми. Кажучи, великий спорт, він взагалі... завжди люди не завжди здорові, так? Тобто, якщо людина вже потрапила і вийшла на цей шлях, то можна подумати, що десь якісь частинки організму страждають. От на ваш погляд, згідно з тими протоколами, які є на сьогодні, і виходячи з того досвіду, чи ви підтвердите таку інформацію? Я би сказала немножко по-другому. Організм спортсмена екстра-класу – це другой організм, не такой, як у всіх обычных людей. Для того, щоб стати спортсменом екстра-класу, який виграє чемпіонати Європи, чемпіонати міра, Олімпійські ігри, чоловіку приходиться тренуватися як мінімум 10-15 років. И если он выигрывает Олимпийские игры в 20-25 лет, он приступает к тренировкам в 10-12 лет. И поэтому период полового созревания, его организм формируется уже другим, под влиянием физических нагрузок. И вот он уже стал другой, он уже учитывает, что каждый день у него должны быть физические нагрузки, и теперь ему всю жизнь нужны будут физические нагрузки. Поэтому очень большое распространение в мире получил ветеранский спорт. Это люди, которые занимаются спортом после 35 лет. Это могут быть люди, которые не профессионально занимаются ветеранским спортом или профессионально. Может, хобби-класс, как да, покажуть. Но это то качество, которое поддерживает физический тонус и работу этих вот мышц, которые стали крепкими, сильными, ловкими в детском возрасте, и они теперь нужны уже и в старшем возрасте. И тогда человек себя чувствует хорошо. Потому что, представляете, человек тренирует свое тело, огромную массу мышц, и он тренирует регулярно, а потом вдруг это все бросает
и садится за компьютер, конечно, пойдут расстройства в организме. Конечно, мы не можем назвать такого человека потом здоровым. Но если он поддерживает культуру физическую в своем теле постоянно, он сохранит свое здоровье, и оно будет отличным. Так, ну, тобто, треба враховувати ось це, підтримувати організм і дивитися, які ж саме навантаження ви даєте вже після того, як завершили свою активну спортивну кар'єру. Можливо, тренерство, так, воно теж дає дуже серйозні результати, і тренер повинен триматись в формі, так само, як і його підопічний спортсмен, так? Тому треба дивитися, які саме навантаження є у вас. З приводу того, що спорт також є травматичним, і ось хотіла запитати вас, на вашу думку, от серед тих спортсменів, які є у нашій області, чи справді такі травматичні види спорту є, і чи займаєтесь ви зараз реабілітацією з такими спортсменами, які отримали серйозні травми, можливо, на цих олімпіадах, які останнім часом були, можливо, хтось відновлюється, а взагалі хотілося б дізнатися, от на вашу думку, який же спорт найтравматичніший? Ну, ви знаєте, по нашим наблюдениям, взагалі по мировим наблюденням, один із самих травматичних видів спорту чаще всього відноситься ігрові види спорту. Потому что там массовые травмы наступают. Это футбол, это баскетбол. Потому что в порыве игры, когда есть весь стадион смотрит, когда снимают все телеканалы, спортсмен не обращает внимания на мелкие травмы, но зато потом начинаются разрываться мышцы, страдают суставы, мениски. И это может быть у 3-4 человек в команде после игры. Поэтому вот футбол на первом месте по травматизму. Ну, може, регбі там, так, хокей. Ну, це, к сожалению, эти виды спорта у нас не сильно развиты. Есть команда по регбі, которая вот период пандемии, она, конечно же, немножечко сдала свои позиции, но я думаю, что они потом восстановят свою деятельность. Вот в этот период, когда нет соревнований, а есть подготовительный период к следующему сезону, мы составляем индивидуальную программу реабилитации каждому спортсмену, который перенес тяжелую травму. Угу. И приглашаем его, и предлагаем ему вот такую реабилитацию. Это включает в себя специальные упражнения, то есть это физическая чаще всего реабилитация, упражнения, физиотерапия, определенный образ жизни. Занятия проводятся ежедневно. Обычно мы такую программу реабилитации пишем на 10-14 занятий, которые помогают преодолеть накопившиеся в течение сезона травмы и подготовить тело спортсмена к следующему сезону. Те, кто это соблюдают, это относится к элементам культуры, ті потім благополучно проходять наступний сезон. Так, ну це справді такі от ігрові види спорту, командні, так? Але ж ми знаємо, що є і там у нас такі спортсмени, які теж отримали раніше травми, отримували, так? І вони довгий час залишаються трохи осторонь. Після відновлення, наскільки швидко може спортсмен поновитися в формі? І от який проміжок часу виділяють лікарі? Якщо спортсмен вже у Олімпійських іграх хоче брати участь, чи лікарі можуть йому не дозволити? Да. Вот здесь очень интересное противостояние идет спортивной медицины и общей медицины. Общая медицина идет по следующим канонам. Вот положен период, допустим, возьмем тяжелую травму, как перелом. Положен период образования костной мозоли 21 день, вы не двигаетесь, вы находитесь в гипсе и лежите. Потом мы снимаем гипс и начинаем проводить реабилитацию, разработку этой поврежденной конечности или ну, какой-то части так, тела. Так, так. В спорте этого делать нельзя, потому что спортсмен выйдет из формы. Поэтому, когда спортсмен получает травму, ему на конечность накладывают гипс, мы подбираем комплекс упражнений, которые он может выполнять с гипсом. Ничего себе. И если это повреждена нога, это упражнение для верхнего плечевого пояса. Если это повреждена рука, это упражнение для нижних конечностей. Но он должен все время держать мускулатуру в тонусе, чтобы не выйти из спортивной формы. У нас спортсмены с гипсом тренируются на тренажерах, бегают на определенные дистанции, работают на грибных тренажерах. Они работают для того, чтобы организм не вышел. И если во время заболевания происходит вот такая физическая работа, физическая нагрузка, костная мозоль образуется быстрее, и быстрее происходит восстановление спортсмена. У нас были случаи, когда через 2 месяца после перелома молодой человек ехал на чемпионат Европы по борьбе. Ничего себе, пані Лідія, так може взяти за приклад зі спортивної медицини і перенести таки у звичайну? І, можливо, люди би теж... Вот мы бы с удовольствием бы это делали, если бы наша страна не забывала про спортивную медицину. К сожалению, Министерство здравоохранения не видит сейчас в своей программе реформы спортивную медицину и всеми силами старается, я так понимаю, этот раздел медицины перенести то ли в частную, то ли ее вообще закрыть. Мы очень благодарны руководству нашей области и поддержке депутатов областного совета в том, что они понимают роль спортивной медицины и поддерживают наш
областной центр спортивной медицины. Это очень хорошо, потому что есть куда прийти, с кем посоветоваться и где правильно провести свою реабілітацію. А, пані Лідія, скажіть, чи може звичайна людина, яка теж активно займається спортом, але вона таки не серед спортсменів екстракласу, прийти до лікарів спортивної медицини, можливо, порадитись, можливо, отримати лікування? Чи це дозволено? Звісно, у нас кожен день ми приймаємо населення з 13 до 18 часов. Всех желающих, кто занимается активной физической культурой, мы очень тесно работаем с университетом третьего возраста города Днепра, которые приходят к нам на обследование, и мы их допускаем каждый год для участия в физкультурных массовых мероприятиях, которые проводит университет третьего возраста. Угу. А можливо, взагалі розробити таку практику, щоб людина, яка хоче, наприклад, займатися активно фітнесом, так, яка щоб собі не купувала десь там добавки, чи собі сама формувала харчування, наприклад, так, прийшла до лікарів, обстежилась, подивилась, наскільки вона може ті чи інші вправи приймати, так? Чи може вона їсти ті продукти, які їй радять, чи те, що вона вичитала в інтернеті. І потім справді буде краще, вона буде розуміти, що за чим стоїть, який комплекс вправ їй треба виконувати, десь, можливо, навантаження треба трошки меншим зробити, десь більшим. Тобто, взагалі, це було б зовсім інакше. Звісно, переносимість або толерантність, або устойчивість к фізичним нагрузкам у кожного з нас різна. От природы есть люди, которые дольше бегают, у них есть склонность к выносливости, и от природы есть люди, которые сильные, швидше, невыносливые. Так, да. Швидше, вони на коротких дистанціях. Вот спортивная медицина это может определить свойства организма, что посоветовать, какой вид спорта и чем лучше заниматься, как оздоровить свой организм, как поддержать организм здоровым. Так, ну і справді зараз багато людей хочуть мати класну фізичну форму. Вони для того багато чого роблять. І от я хотіла би, щоб ви порадили їм, з чого починати, як слідкувати за своїм здоров'ям, тому що ви знаєтесь на цьому і все життя присвятили саме цій темі. Будь ласка, пані Лідія. Самий простий спосіб контролювати своє здоров'я – це самочувствие. Якщо ви будете вести такий маленький дневничок, або хоча б утром для самого себе проводити такий чекон своего организма, проверочку своего организма, настроение, выспался или не выспался, самочувствие, как я себя чувствую, хорошо или плохо, что-то болит, не болит, что-то меня тревожит, не тревожит, аппетит есть или нет, и какая моя температура и пульс, это уже будет у вас как источник знаний на начало дня. Если в течение дня посвящаете какие-то физические нагрузки, самый простой способ следить за тем, вы их легко переносите или плохо, следить за своим пульсом. Пульс от исходного, того, который был утром, при физических нагрузках максимально в два раза может увеличиваться в течение 1-2 минут, а потом падать на прирост приблизительно где-то 30-50%. Если у вас исходный пульс был 70 ударов в минуту, то это где-то 105-110 ударов в минуту. Вы доходите до такой величины, а потом нагрузку снижаете. И, конечно же, ориентируйтесь на свое самочувствие. Никто не может сразу же приступить к длительным тренировкам. Нельзя человека заставить с нуля пробежать 42 километра, 195 метров марафонскую дистанцию. И все это делают постепенно, ориентируясь на свое самочувствие. Но самочувствие нужно отмечать все время. И некоторые параметры своего организма. Это пульс, артериальное давление и то, как вы себя чувствуете. Я вам дуже дякую, пані Лідія. Справді, дізнавшись хоча б ось про це, про свій стан, своє самопочуття, ми зможемо зрозуміти і зробити висновки з приводу того, наскільки ж нам можна давати більше навантаження. Я вам дуже дякую, бажаю міцного здоров'я, нехай все буде добре і у вас, і у наших глядачів. Але ми ще не прощаємось, тому що чекаємо на наступного гостя і зустрічаємось за декілька хвилин.